2021 объявлен годом науки и технологий, и в этом году наша страна отмечает знаковую дату – 800-летие Александра Невского. Дорогие жители и гости Кубани, внимание! Говорят и показывают музеи. Исторический парк «Россия. Моя история» – музей, где оживает история нашей великой страны. Белоглинский район – родина первого героя Советского Союза Анатолия Васильевича Лебедевского. На привокзальной площади в городе Тихорецке в память о подвигах воинов-железнодорожников установлен этот легендарный паровоз. Он был в Берлине, он помнит победу. Железнодорожный вокзал города Кропоткина – памятник архитектуры. Самым узнаваемым местом станицы Привольная является самолет, установленный в память нашего земляка, дважды героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Тимофея Тимофеевича Хрюкина. В городе Гулькевичи на площади установлен спускаемый космический аппарат в честь 85-летия со дня рождения дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Васильевича Горбатко. Гулькевичский район – родина космонавтов. Это кинотеатр «Двор». Это первый сельский кинотеатр на Кубани. Тимашевск – город материнской славы. Епифания Федоровна Степанова – символ всех матерей, чьи сыновья погибли, защищая родину. Военная лодка находится в городе воинской доблести Темрюк. Аршалуй Сханжиян в годы войны пообещала, что она никогда не оставит могилы павших воинов в урочище под Навислой. И свою клятву она пронесла через всю свою жизнь. Это больше, чем музей. Краснодарский краевой художественный музей – это более чем вековая история от маленькой картинной галереи до одного из лучших музеев Кубани. В августе 2020 года в центре станицы Попутной открыт памятник казакам-первопоселенцам, основателям станицы Попутной. Это больше, чем музей. Памятник воину-освободителю установлен в парке 30-летия Победы станицы Кущевской на месте братской могилы казаков и воинов Красной Армии, погибших в боях за станицу Кущевскую. Слава героям! Музей истории города курорта Сочи – это море историй, горы новых знаний, собрание фактов и артефактов. Место, в котором должен побывать каждый. Перед вами бюст Александра Васильевича Суворова, основателя Услабинской крепости. Вечный огонь. Крыловский район. Родина героев! Тамань – перекресток цивилизаций, на котором встречались и меняли друг друга многие народы. Таманский музей бережно хранит их историю. Мы находимся у памятника знаменитого актера и режиссера Сергея Федоровича Бондарчука. Мало кто знает, что именно из нашего города Ейска он отправился покорять большое кино. Это больше, чем музей. Памятник ансамбль «Малая земля» – это больше, чем музей. Это символ мужества и героизма. Сочинский художественный музей. Мы сохраняем культурное наследие города, и мы пополняем его. Анапский археологический музей – хранитель античного наследия России. Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Силицына. Старейшее учреждение культуры Северного Кавказа с фондом хранения более 430 тысяч экспонатов. Международная акция «Ночь музеев-2021» объявляется открытой.